Привет, привет. Мы продолжаем путешествовать по Сириусам 2. Итак, здесь некий аэродром. Нас тут поджидают солдаты. И едет издалека новый противник. Танк какой? Я получал уже много урона. Сириусом 2 вообще не щадит на самой высокой сложности. И если задеваться, можно отлететь даже от рядовых солдат. Итак, садимся за турель и уничтожаем этот самолет. Потому что он может накидать еще больше нам проблем в виде солдат. Итак, вроде все, быстренько соберем эти ресурсы. И попугайчика. Садимся за турель и уничтожаем этот вертолет. Его снаряды также можно взорвать в воздухе при должной сноровке. Я еще снесу вот эти деревья, чтобы они не мешали обзору. И на подлете еще вертолеты. Итак, из того леса сейчас пойдут дикари. Я думаю, мы их встретим тоже с этой турели. Справа еще будут танки подъезжать. Но я рекомендую сосредоточить огонь на дикарях. Потому что танков не так уж и много угрозы. Их можно вот расстрелять, когда они подъедут. А дикари нас могут окружить. И запинать. Сейчас это уже происходит. Эй-эй. Ладно, вроде разгреблись, вроде нормально. Итак, это последние враги должны быть. Да, вот тут варвар последний. Ну, вроде все. Сейчас нам привезут одно оружие особенное. А мы пока поиграем в головоломки Half-Life 2. Да, все же любят головоломки из Half-Life 2 физические. Так вот, нужно составить лестницу из этих ящиков, чтобы забраться на крышу этого ангара. Там секрет. Аккуратненько составляем эти ящички. Эти, наверное, уничтожим, чтобы не мешались. Все равно нам надо будет их все сломать. Запрыгни. Странно, я почему-то не могу продвинуть. Че мешается? А, все, нормально. Так, надо, наверное, еще наверх как-то. Я закину его, наверное, вот так вот, аккуратненько. О, идеально. И награда за наше мучение. Вот тот сундук с очками, который нам не нужен. Но секретом засчитали, тем не менее, поэтому можно спрыгивать, забрать гранатомет. Ракетницу, точнее. Деревянные ящики ломаются от обычных выстрелов, а металлическим нужны взрывы, чтобы их сломать. Поэтому тут или ракетница, или граната. Так, вот там еще. Ой. А, за нами уже выехали. Мы слишком долго возились. Да. Спросите, что же это было? Это была местная замена быков, которые теперь носороги заводные. Что по-своему мило. И там летит вертолет. Самое время испытать лучшее оружие против него.
Это те самые попугайчики. Они самонаводящиеся. Когда они сейчас наводятся на танков, блин. Вот, все вроде. Просто пускаете вертолет этих попугаев, и вертолет взрывается. Милые животные. Итак. Проходим дальше. Здесь тоже лежат ящики. Аптечку пока оставим. Мало ли. И вон из той арки. Из той арки побегут солдаты верхом на лягухах. Их лучше как можно быстрее уничтожать, иначе они заполнят полянку и могут создать проблемы. Дополнительная жизнь, да. Пережиток консольного прошлого. Конечно, на приставках предыдущего поколения, да и нынешнего, в сервисам есть даже отдельная кнопочка для быстрого сохранения, поэтому, да. Это скорее пережиток уже дополнительной жизни. Но это придает некий аркадный шарм. Ну да ладно. Итак, здесь игра представляет нам еще один вид транспорта, скажем так. Да, вот этот хомячий шар. Я хочу сходить туда, за аптечкой, я хочу полное здоровье себе. Ну да, это аптечка. Аптечка же. Ой, нет. Кажется, меня обманули. Да. Ну да ладно, бывает. Тем не менее, это второй секрет. Третий секрет находится вон там, вон. Вон там. Вот. Вот настоящая аптечка. Так, сейчас. А, нет, за нами уже выехали. Ладно, не важно. Запрыгиваем в хомячий шар и просто давим всех. Смотрите, как он прекрасно выносит этих йети. Замечательно. Турельку эту еще снесем. Так, добьем остальных врагов и вернемся за секретом, собственно, и продолжим дальше. Вроде все, да. Монетки. Бесполезные. Уи. На нем еще прыгать можно. Итак, последний секрет находится вот здесь. И это холодильник, в котором пингвин. Не знаю про что это, но, конечно. Так, да. Собираем тут броню. И покатились дальше. К сожалению, сейчас он шар отберут. И вот здесь вот поддельный аватарчик, который взорвется, когда мы к нему подойдем. И здесь мы встретим наших старых знакомых. Да, да, это они. Еще дальше будут дикари. Я думаю, гранаты с ними справятся. Благо гранат у нас много.
Ой. Ой-ой-ой. Что он такое? Кажется, аватарчики наши плохо справляются с прикрытием. Сзади еще народец подходит. Оп. Взорвался, дружище. Где это? А, нормально. Аватарчик справился. Я слушаю еще варваров. Ай, что такое? Все, а мы проходим дальше. Еще варвар. Обожаю этого попугая. Мы подходим к этому городу. И здесь нам представят еще один вид транспорта, который в разных, скажем так, конфигурациях будет попадаться гораздо чаще, чем все предыдущие. Это вот такое вот судно на воздушной подушке, скажем так. Причем в нем абсолютно не ограничен в передвижениях, то есть можно штрейфиться, прыгать даже. И он имеет бесконечный боезапас. Но не надо думать, что это как-то упростит нам жизнь, потому что... Да, пока что это выглядит очень просто. Но через несколько мгновений эту арену заполнит кое-что другое, пострашнее, чем то, что мы сейчас расстреливаем. Нет, это не носороги. Я стараюсь быть аккуратным, не получать много урона. Ой, ну да. Потому что починить машинку тут не получится уже. А запас прочности нам понадобится. Потому что... Да, гигантские пауки. Они своими атаками предугадывают движение. Поэтому, когда они стреляют, лучше изменить направление. И нет. Одним пауком мы, конечно же, не ограничимся. Лучше уничтожить паука вон там. И двинуться вот сюда вот. Потому что в том конце долины также будут эти мехапауки. И они нас могут легко затоптать. А здесь у нас более-менее есть место для маневра. Ай. Ну, вроде все хорошо, мы должны справиться. Наверное.
Ну, то есть, да, это непростая арена достаточно, и оставшись здесь без этой машинки, можно очень легко откинуться. Но вроде все, мы справились. Итак, все секреты есть, и мы выходим с уровня. Да, вот такой вот уровень. Он, как можно догадаться, призван познакомить нас с новой механикой в Сириусом 2. Это как раз таки техника, различные виды транспорта и так далее. Вполне интересно, весело. На мой взгляд, прекрасно разнообразен геймплей. По крайней мере, лучше, чем непроглядные темные коридоры, какие-то, не знаю, склепы и прочая дичь, которая присутствовала в Сириусом 3. Но, да, в этом плане эта игра гораздо веселее, на мой взгляд. Ну, а вам спасибо за просмотр. Берегите себя и всего доброго.